Там, наверное, авария. Потому что вон там что-то впереди мужики что-то между собой пытаются выяснить. Кто из них больше прав в том, что он не прав. Не поделили 2 сантиметра дороги. Какого идиота. Ай-яй-яй. Ну давай. Вот. Собственно. Не поделен. Да, он его хорошо не поделил. А вот мостик. Через речку. Я покажу поближе. Вот такой вот мостик. С другой стороны выглядит вот так вот сам город. Но его, к сожалению, из этих решеток ни хрена не видно. Так что как получилось, извиняйте. И вот вернемся на эту сторону. Так, неудобно все-таки на дороге в городе устанавливать камеру, чтобы она еще ровно встала. Извиняюсь. Вот так. Вот город. Обычный грязный город. Контроль скорости. Никаких особых достопримечательностей я пока не вижу. Камер тут, конечно, сейчас она у меня, мне кажется, камера. Превышаете допустимую скорость. Вот, собственно, наверное, главная достопримечательность — это речка. Ну, во всяком случае, из окна автомобиля. Ниж Петрова. Буквально за минут 10, наверное, мы проехали весь город. Пробок не было. Уже вот скорость пошла, лимит на увеличение. То есть вот сейчас уже 100. В самом городе ограничение скорости 80. То есть можно смело заезжать в город, не начиная объезжать по окружной. Ну, если у вас легковушка, конечно, и вы не едете на траке. Потому что просто мгновенно мы его проехали, считайте. Город достаточно немаленький, грязный. Ну, как видно из окна автомобиля. Не в обиду будет сербам, но из окна кажется, что он очень грязный и пыльный. Вот, радаров много. Это уже кому как. Кто может идти, хочет, может лететь. Я не любитель отдавать деньги за такую, не знаю, минутную радость. Ладно бы, если бы реально куда-то торопиться. Ну, не важно. Вот, в общем, вот так вот. Мы уже, наверное, практически совсем выехали из города. И сейчас пойдет дорога серпантин туда-сюда. Это уже до конца. То есть до границы будет эта хрень туда-сюда. Вот такая вот. Я периодически буду включать, показывать. Также буду показывать, что сербы не умеют поэтому ездить. Как они оттормаживаются, так делать нельзя. У вас перегреются колодки. Может поплыть диск, и эффективность торможения будет снижена в энное количество раз. Даже если у вас там АБС, это не поможет вам тормозить, потому что они просто поплывут. В любом случае, даже имея АБС, тормозить надо рывками, чтобы не перегревать колодки. О, кстати, мы только что проехали скорую помощь. Она была построена на базе нашей пятерки. Я такого еще не видел. Сербик, скорая помощь построена на базе пятерки. Все, теперь мы уже официально, думаю, выехали из города. Ограничение скорости 120 км в час.
ниша нам сколько еще не знаю. Но из города мы уже выехали. На горе, не знаю, будет видно, не будет. Такой силуэт. Местный, наверное, радиостанция. Сейчас попробую показать. Не знаю, заметно, незаметно. У меня тут все отсвечивает. Вот. И сейчас будет опять этот. Да, по идее видно. И сейчас будет опять этот оплата. Пункт оплаты. Вот. Сейчас опять нам дадут какой-то талончик. Ух ты, ё-моё. Опять, блин, очередь. Сегодня какой-то день, как будто сегодня пятница, когда все, собственно, едут в отпуск на юг. Но я, мне почему-то кажется, что сейчас на юг, наверное, не модно. Сейчас же после этих терактов в Турции, попытки захватов, наверное, в Турцию должны меньше ездить. А, турецкие фуры поехали. Одна. Где-то еще видел по трассе еще одна. Пробка прям мгновенно накопилась. То есть, видимо, не знаю почему. Просто не знаю. Там сейчас происходит просто выдача талончиков. Это пробка на выдачу талончиков. Сейчас нам дадут талончик, что мы въехали на платную дорогу. А потом мы еще будем за это платить. В общем, мы поедем за талончиком. Дело за чего пробка. Они что-то это перегрелись. На въезд в город у них, не знаю, 3-6 полос для оплаты наличкой. И еще народ вот едет вот по этой вот, не знаю, как назвать, что это. Еще по этой полосе отдельно. То есть это какая-то хитрость. И в общем получается, что на въезд 8, а на выезд 2. Потому что мы сейчас стоим в две полосы. То есть быстрее, все равно намного быстрее уже не будет. Как бы две полосы, они и есть две полосы. Причем вот тут вот, видите, раздают талончики мальчики и девочки. Не надо кнопки нажимать. Это они делают, чтобы все быстрее выезжали. Потому что почти остановки не происходят. Дают какую-то еще халяву. Не знаю, какую. Что это? Дали талончик. Вон там полицейские кого-то решили поймать. И дали еще очень красивую, красивую брошюрку. Чтобы не спать за рулем, возьми. Ха. Брошюрка на четырех языках: на турецком, на датском, на английском и на сербском. Перед поездкой написано, надо освежиться. Минимум за 15 минут
принять еду. Как я понимаю, лучше больше 15 минут. То есть насытый желудок уже все, ехать нельзя. Вот. Ну я потом покажу. Где-нибудь буду на заправке, остановлюсь, прочитаю. Прочитаю подробнее. Все, теперь наш, что дорога идет до заправки. Нам больше ничего не надо. То есть заправимся и впереди граница. Один-два раза еще включу, покажу, как выглядит трасса. То есть здесь очень красиво. Хорошо, что мы сейчас едем засветло. Еще не начинает темнеть, потому что трасса будет после Ниша очень красивая. Там прям пойдет такой очень красивый автобан. Вот и все. Поехали на заправку. Вот, что-то горит. Очень интенсивно горит. Не знаю, что. Но горит. Дорога внешне, ну, дорога и дорога. Ничего особенного. Один из спусков. Вот так вот и выглядит дорога. Вот. Она почти будет все время туда-сюда кружить. Вот так, в эту сторону поворот. Теперь будет вот в эту. Вот такая красота всю дорогу. Машинка с горки едет сама со скоростью, ну правда скорость падает, но вот уже со скоростью 100 километров она катится. То есть сейчас расход вот за те полтора дня, что я еду, в районе 11,3. Ну такой расход получился исключительно из-за того, что я часов спал с включенным автомобилем, потому что Персику было очень жарко, а спать очень хотелось, выхода не было. Пришлось включать кондей, потому что Масику было очень жарко. Так, заправка нам еще пока не нужна. Поехали дальше. Вот еще очень красиво. Очень красивый вид. Едем в Ниш. Осталось до него 126 километров. Ограничение скорости 120, но превышает его единицы. Фуры, наверное, для которых ограничение, по идее, 90. Очень много уснувших на трассе. То есть, конечно, самих уснувших нету, но
вдоль дорог очень много. То есть дорога очень расслабляет. Потому что едешь, собственно, и едешь. Так, мы заправились. Получается, бензина нам пишет 650 километров. Ну, это не окончательно. Если мальчик постарался, то там налито с горочкой. А вот мне персику погулять большой. Роз. Ма, здесь негде гулять. Не в помойку же тебе везти. Давай дальше проедем и погуляем. На следующей заправке. На следующей станции. Давно я что-нибудь покушать куплю. Хочется еще покушать чего-нибудь. Продолжайте движение прямо. 650 километров. 650 километров. Проедьте 120 километров. Так. На 50 километров не хватает. Ладно, поехали. По датчику не хватает еще на 50 километров бензин. Ну, может, мальчик постарался и залил с горочки. На что я, собственно, очень надеюсь. Потому что обычно она не сразу показывает, сколько получится. Хотя в прошлый раз я сам, когда заправлялся, получилось на 720 километров. Но сейчас, правда, расход уже совсем другой. Можно, в принципе, сбросить и идти не 130-140, а 120 тогда хватит, я думаю. Ну посмотрим. Вот уже очень хочется доехать, лучше еще раз заправиться. Опять же, заправка стоила
142 ихних хрени. А нет, 142 это я купил этот Kinder Surprise. У меня дочка любит Kinder Surprise. Вот я, собственно, ей купил Kinder Surprise местный. Посмотреть, что внутри будет. Интересно. Вот, по идее, там что-то из серии Kung Fu Panda. Народ массово заправляется на ОМВ. Вот, заправка стоила 8868 сербских хреней. Не знаю, динары, наверное, все-таки. Это в деньгах 5200. Сейчас скажу, сколько это было в литрах. В деньгах 5200. Стоило 5200.